Моя мама говорила мне: «Ты моя красавица шоколадка». Она дала мне понять, что в этом мире люди не считают мою кожу красивой. Я первая в семье с высшим образованием. Я окончила колледж, и я собираюсь получить докторскую. Не думала, что такое случится со мной. Меня остановила полиция. Я сидела в машине. Мэм, вернитесь в машину. О, Боже! Он ударил меня. Мы никуда не пойдем. Я не верю вам. Я пытаюсь бороться с этим. Телесные травмы заживают, но все откладывается на духовном и психическом уровне. Но я, слава богу, выжила и могу рассказать свою историю. Документальный фильм HBO «Проверка на дороге». Премьера только на Амедиа Премиум и в Амедиатеке.